4 августа Православная Церковь вспоминает святую Марию Магдалину, жену Мироносицу. Мария родилась в местечке Магдала на берегу Генесарецкого озера, недалеко от того места, где крестил Иоанн Креститель. Когда Господь исцелил ее, изгнав из нее 7 бесов, она, оставив все, последовала за ним. Став верной ученицей Господа, она никогда не покидала Христа, вместе с другими женами-мироносицами проявляя трогательную заботу о нем. Святая равноапостольная Мария Магдалина первая увидела воскресшего Христа и принесла эту весть апостолам. «Учитель!» — Мария Магдалина бросилась к его ногам. Но Иисус сказал ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Христос воскрес! Он воистину Сын Божий! Я видела Господа! Это была первая благая весть, которую принесла Мария Магдалина апостолам, первая в мире проповедь о воскресении. Когда апостолы разошлись из Иерусалима во все концы мира, святая Мария Магдалина пошла вместе с ними. Мария, сохранившая в своем сердце каждое слово Спасителя, оставила родной край и отправилась с проповедью в языческий Рим. Из Рима святая уже в преклонном возрасте переселилась в Эфес. Здесь же она приставилась и была погребена. «Радуйся, святая равноапостольная Мария Магдалина, паче всех благ сладчайшего Господа Иисуса возлюбившая».